Финпол обсудил теневую экономику. На заседании общественного совета были рассмотрены два вопроса. Это принимаемые меры по исключению фактов необоснованного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса, а также результаты аттестации. Все подробности наши в следующем репортаже. По словам сотрудников финансовой полиции, доследственные проверки проводятся в отношении предпринимателей, занятых в теневом секторе экономики. Также по фактам хищений государственных средств, в том числе при реализации индустриально-инновационных и других проектов с участием государства. Кроме того, на заседании было отмечено, что в текущем году департаментом финансовой полиции Карагандинской области коррупционных преступлений было выявлено намного больше, чем в других регионах Казахстана. Точнее, 131 коррупционных преступлений, из которых 35 связано со взяточничеством. О результатах внеочередной аттестации выступил начальник управления кадров агентства Нурлан Итимгенов. Данную аттестацию проходили 3052 сотрудника органов финансовой полиции. Из них 267 рекомендованы для выдвижения на вышестоящие должности. 157 представителей финансовой полиции рекомендованы к увольнению. Еще 228 потеряли свои занимаемые должности. Кроме того, 63 сотрудника в связи с отказом от прохождения внеочередной аттестации были уволены из органов финансовой полиции. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.